Ремонт здания был начат на прошлой неделе. На втором и третьем этажах сейчас ведется демонтаж деревянного пола. Паркет бывшего дворца угольщиков прослужил несколько десятилетий и нуждается не просто в реконструкции. Поэтому он будет заменен на более современное покрытие. Занимаемся сейчас демонтажом. Прошлую неделю и вот эту неделю все идет демонтаж старых покрытий. Будем менять полы на хорошие керамогранитные полы, паркет. Будем обдираем стены, потолки, все будем делать ремонт и красить хорошими красками, чтобы жители города Кумертау были довольны. Строительная фирма города Уфы «Капиталстрой», выигравшая аукцион, функционирует с 2009 года. Занимается не только ремонтом, но и строительством различных объектов – детских садов, спортивных сооружений и плавательных бассейнов в разных городах республики. Как отметил начальник участка Валерий Зотов, гарантийные сроки после окончания ремонта составляют 5 лет. Мы рассчитываем сдать Дворец культуры в июне месяце. Вот, потому что по технологии какие-то работы есть, и которые нужно выполнять будет летом, в теплый период. А так, думаю, что мы справимся. Вот, недостатка в рабочих кадрах, материалах нет, поэтому работаем. Гульназ Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».